Лабораторная работа номер 19. Цель лабораторной работы – создание законченного сценария, используя библиотеку, Subflow и Integration Service, который мы создавали в предыдущих лабораторных работах. Отладка интеграционного сценария, поиск и исправление ошибок. Для начала создадим новое приложение с названием Fierce App, пятое по счету. И настроим его связь с существующей библиотекой. Далее создадим новый интеграционный поток с названием Lab19. На вход у нас будет поступать сообщение WebSphereMQ. И на выход, как результат работы нашего интеграционного потока, мы также получим сообщение WebSphereMQ. Настроим MQ input ноду, в параметрах QName зададим lab19in. Это будет сообщение XML, поэтому в качестве message domain выберем XML NSC. Настроим параметры MQ output ноды, а именно зададим QName lab19out. И создадим эти две очереди, используя Integration Explorer. Далее с нашей хост-системы и папки lab19data скопируем два файла, которые, соответственно, мы должны получить на вход и создать на выходе. Input XML и Output XML. Скопируем их в директорию temp. И создадим message module на их основе. Дальше добавим на наше полотно маппинг-ноду и соединим out-терминал MQ-input с in-терминалом нашей маппинг-ноды. Наша маппинг-нода будет заниматься преобразованием input сообщения, которое нам придет на вход, в GetPhoneIn формат, который мы отправим в наш Subflow для вычетки файла, используя файл read ноду. Как мы видим, у нас с одной стороны есть структура input, с другой стороны есть наша структура GetPhoneIn. Мы смапируем User ID с ID и также добавим отображение local environment и в рамках него, используя возможности записи в память чего угодно,
запишем туда все входящее сообщение, а именно весь входящий input формат. Для этого смапируем весь input. Весь input в память local environment. На этом карту преобразования можно сохранить и закрыть. Далее мы перетянем на наш интеграционный поток subflow в рамках нашей библиотеки. И соединим маппинг ноду ее out-терминал с in-терминалом subflow getPhoneIn. Дальше нам необходимо соответствующим образом настроить параметры subflow getPhoneIn, а именно указать имя файла, который мы будем использовать. У нас, напоминаю, файл называется usingPhoneList.txt. Его имя можно просто скопировать, либо же записать сюда. И на вкладке группа 1 нам необходимо указать input директорию. У нас это home IBM dev temp, в которой данный файл находится. Дальше необходимо перетянуть на полотно еще одну ноду маппинга, которая преобразует результаты, полученные из getPhone и на subflow, и подготовить их непосредственно к вызову нашего веб-сервиса, который мы создали в рамках одной из лабораторных работ. Для того, чтобы наш маппинг сработал, нам необходимо для начала описать модель сообщения на основе WSDL файла, который мы создавали в прошлой лабораторной работе. Выбираем пункт I already have WSDL for my data и выбираем WSDL файл из нашего сервиса user.ndb. Дальше открываем нашу карту преобразования. С одной стороны выбираем getPhoneOut формат. С другой стороны выбираем request формат, который будет использоваться в качестве запроса к нашему сервису. Как мы видим, у нас не хватает в getPhoneOut параметров для того, чтобы самостоятельно и только с помощью данной структуры заполнить request сообщение. Поэтому мы здесь можем смапировать разве что phone элемент phone элементом request и включить отображение local environment, куда мы в предыдущем маппинге записали все наше входящее input сообщение. Соответственно, в этом маппинге мы как раз и будем использовать его. Значит, что мы можем заполнить? Мы можем заполнить ID, name, surname, фактически и age. Единственное отличие наших input и request структур в том, что username в input структуре это единый элемент, в рамках которого есть как имя,
так и фамилии, разделенных пробелом, а в рамках реквеста это два отдельных элемента. Мапируем user ID в ID. Мапируем age в age. И два раза мапируем username сначала в name, а потом мапируем username в surname. Далее, для того, чтобы избавиться от ворнингов, которые у нас появляются, нам необходимо указать, что кардиналити для наших input структуры стоит каждый раз ставить на first index. Это необходимо сделать для каждого шага нашего маппинга, который использует input структуру из local environment. Дальше необходимо определить, как мы будем работать с юзернеймом и как мы получим из юзернейма name и surname отдельно. Для этого в первом случае, в случае первой связи, а именно имени, мы выберем функцию работы с текстом. Под названием SomeStringAfter. И в условиях добавим пробел. Во втором случае выберем SubstringBefore. Также в условиях добавим пробел, что позволит нам отделить имя от фамилии. На этом нашу карту преобразования можно закрывать. Следующее, что мы сделаем, это создадим SOAP request. И выберем уже готовый WSDL файл. Для использования в рамках нашего SOAP request. Для того, чтобы наш SOAP request сработал, в обязательном порядке нужно вначале сделать SOAP обвертку, используя ноду SOAP envelope. Для того, чтобы наш интеграционный поток более-менее нормально выглядел, мы перевернем ноду SOAP envelope, для того, чтобы обеспечить более удобное отображение ее на нашем полотне. Соединим маппинг ноду с in-терминалом SOAP Envelope и out-терминал SOAP Envelope с in-терминалом SOAP Request. В рамках SOAP Envelope отметим галочкой пункт Create New Envelope. Дальше, после выбора в SOAP request конкретного WSDL файла, мы можем увидеть, что все параметры уже заполнились по умолчанию. Нам необходимо ничего, нет необходимости ничего здесь делать. Однако, что нам необходимо сделать, так это после SOAP request добавить ноду SOAP extract, которая удалит SOAP обвертку и позволит нам дальше работать с нашим сообщением. Соединим out-терминал SOAP-реквеста с in-терминалом SOAP-экстракта
И перевернем ноду SOAP Extract, также для удобства отображения на полотне. После этого нам необходимо подготовить ответ с использованием маппинг ноды. Которую мы вытянем в наше полотно, которое из ответа, полученного после вызова веб-сервиса, сформирует нам ответ в формате out.xml, который нам необходимо будет в итоге отправить в нашу очередь в WebSphere MQ. Смопируем SOAP Extract с in-терминалом mapping ноды и out-терминал mapping ноды с in-терминалом MQ output и создадим карту преобразования. На входе у нас будет response формат, а на выходе у нас будет output. Соответственно, response структура будет содержать лишь код с числом 1 либо 0, что будет означать, либо мы произвели вставку данных в базу данных и туда добавился один пользователь, либо код 0 будет означать, что вставка не произведена. Мы переместим непосредственно result в код, однако нужно понимать, что result имеет тип int, а код имеет тип string, поэтому вместо move простейшего мы выполним конвертацию. Конверт. Также нам необходимо будет смопировать result int в description, однако вместо move сделать условие. Условие будет работать следующим образом. Если результат равен единице, в таком случае в description мы добавляем текст user was added database. В другом варианте в description мы добавляем текст error. Наше условие готово. С картой преобразования, в принципе, с данной мы работу закончили. Соответственно, можно закрывать карту преобразования и переходить к деплою и последующему тестированию нашего интеграционного потока. Во время тестирования выполняется непосредственно и деплой, поэтому будем использовать встроенный тест-клиент. Однако, ввиду того, что кроме деплоя нашего приложения также придется задеплоить, хотя это будет сделано автоматически, и integration service, и нашу библиотеку, мы увеличим время, необходимое для проведения данного деплоя. На вход поступает input XML. Увеличиваем время, которое ожидаем до окончания деплоя, с 20 до 30 секунд. И увеличиваем время ожидания перед началом теста до 5 секунд после деплоя.
Как мы видим, мы не получили никакого результата, поэтому нам необходимо будет включить debug режим и посмотреть, где же происходит ошибка и что мы делаем не так. Давайте добавим breakpoint в самом начале. И запустим наш тест в debug режиме. Переходим в debug перспективу. Проверяем, что у нас на вход поступила верная структура. Да, у нас есть input root элемент и вложенные в него user ID, username и age. Проходим маппинг. После маппинга получаем выходящую структуру get from in. И записанный в local environment наше изначальное сообщение, input сообщение. Переходим в subflow. У нас все так же имеется наша структура getPhoneIn и записанный в local environment input структуру. Опускаемся в наш compute модуль и, как мы видим, первая ошибка. Мы записываем вместо local environment наш ID значение в environment. Соответственно, можно остановить debug и поменять значение. Внутри нашего subflow compute с environment ID на local environment. Давайте перезапустим наш тест. Мы видим, что deploy не проходит, поскольку вместо local environment необходимо и правильно написать output local environment. Это грамматическая ошибка. Возвращаемся в ESQL, указываем output local environment. Перезапускаем тест для нашего интеграционного потока, для того, чтобы найти возможные еще ошибки. Переходим в debug. Мы уже знаем, что с маппинг нодой первой все нормально. У нас была ошибка с компьютом. Давайте проверим, ушла ли она. Итак, на входе в нашу компьют ноду у нас есть входящая структура нашего сообщения. XML-sec get phone in. Конкретным ID и local environment, в которой записана input структура. Мы добавляем в output local environment ID, выходим из ноды, однако видим, что
ID не добавился в local environment, там лишь структура input. Почему это происходит и что это за ошибка, как с ней бороться? Решается это очень просто. Мы останавливаем нашу сессию тестирования, переходим в getPhone и в параметрах compute ноды выбираем compute mode. Compute mode отвечает за передачу дальше по потоку либо только тело сообщения, тогда local environment проходит без изменений, как в нашем случае, когда на вход был input local, input структура в local environment, и на выход мы получили точно такую же структуру. Либо же мы выбираем вариант, при котором мы самостоятельно оперируем local environment, либо же выбираем вариант, когда мы на выход отправляем local environment message, либо exception, либо all. Для нас устраивает вариант, когда мы самостоятельно оперируем local environment и телом сообщения. Однако в таком случае нам необходимо также передать в output local environment весь input local environment для того, чтобы убедиться, что наша input структура сохранится на месте, а только после уже этого добавлять что-либо еще. Сохраняем наш subflow и перезапускаем наш тест. Проходим compute ноду, видим, что в local environment есть input и есть ID. Проходим файл read, видим, что в результате файл read мы получили наш getPhoneDFDL с актуальными записями. Переходим к ноде mapping. И видим, что после маппинга у нас пустая структура getPhoneOut. Значит, ошибка содержится в ноде mapping. Останавливаем наш тест. Переходим в ноду mapping и начинаем проверять ее настройки. Значит, ID мапируется с циклом for each. Внутри есть условие if. Давайте проверим само условие. Вот вторая ошибка. У нас проверяется ID на соответствие тексту ID. А нам необходимо проверять его на соответствие не тексту, а конкретной структуре, которую мы взяли из памяти, элементу ID. Сохраняем наш маппинг, перезагружаем наш тест. Итак, после маппинга мы получили нормальную структуру getPhoneOut с конкретным номером телефона. Проходим ноду маппинга. Получаем request с конкретной ID-шкой, именем, фамилией, возрастом, телефоном. Делаем обвертку, отправляем swap request,
И на этом все заканчивается. Давайте проверим это поведение еще раз. Однако breakpoint установим уже непосредственно перед нодой. Давайте перезапустим тест для нашего интеграционного потока. Итак, у нас есть сформированный request. Мы проходим ноду SOAP envelope, делая обвертку. И у нас возникает ошибка при вызове SOAP request. Давайте посмотрим, какая именно ошибка, для того, чтобы знать, как на нее реагировать. Web service request has detected a socket error. Web service request exception. Connection refused. Практически это означает, что нам отказано в соединении с данным веб-сервисом. Необходимо выяснить почему. Давайте для начала убедимся, что он в принципе задеплоен. И сразу понимаем, что он не задеплоен. У нас задеплоено только пятое приложение, в рамках которого есть референс на библиотеку, которая тоже задеплоена. Далее можно поступить двумя способами. Либо вручную задеплоить наш сервис, либо же сделать на него референс, чтобы он деплоился автоматически. Мы вручную задеплоим его наш integration сервер. И повторно перезапустим наш тест. Как мы видим, мы получили ответ от нашего веб-сервиса. То есть данная ошибка исправлена. Ответ с результатом 11, значит, что пользователь вставлен в базу данных. Проходим ноду SOAP Extract, получаем XML сообщение. И в ноде Mapping получаем сразу ошибку. Ошибка говорит нам про то, что типы данных Оперант и оператор не соответствуют друг другу и несовместимы. Необходимо посмотреть, что происходит в нашей ноде Mapping. В ноде Mapping мы пишем условия. Давайте на него еще раз посмотрим. Если результат равняется единице, и да, единица у нас взята в кавычки, а значит мы предполагаем, что это текстовое значение, в то время как результат имеет тип int. Убираем кавычки вокруг единицы, сохраняем наш маппинг, закрываем его. И перезагружаем наш тест.
Мы снова получили exception. Как я предполагаю, да, у нас опять не задеплоился integration service, потому что при каждом перезапуске теста по умолчанию удаляется все содержимое integration service. Для того, чтобы так не происходило, я закрою тест, задеплою вручную integration service на integration сервер, запустим заново тест для нашего приложения. Однако в этот раз обязательно убедимся, что у нас стоит галочка add or modify, but not clear what has been already deployed on execution group. Если не стоит, поставьте. Эта галочка позволит нам избежать в дальнейшем удаления нашего integration сервиса при деплое чего-либо в нашу execution group. Переходим в перспективу дебага. Отрабатывает наш integration сервис. Избавляемся от SOAP envelope. На выходе имеем output формат. Который отправляется успешно в MQ output. Возвращаемся в наш тест и видим, что да, сообщение пришло в MQ очередь, однако оно также содержит HTTP заголовки, от которых необходимо избавиться. Как это делать, мы уже знаем. Перетаскиваем на полотно ноду HTTP header. Соединяем out-терминал mapping ноды с in-терминалом HTTP хедера и out-терминал HTTP хедера с in-терминалом MQ output. После этого в настройках HTTP хедера удаляем HTTP response header. Добавляем breakpoint только перед HTTP хедером. Удаляем его после первого маппинга. И повторяем наш тест. Итак, мы прошли ноду HTTP header, вышли в очередь WebSphere MQ, смотрим на результат нашего теста. В очередь WebSphere MQ попало XML сообщение без заголовков. Давайте еще проверим информацию, которая записалась в базу данных. Для этого зайдем в Data Source Explorer и покажем все записи, которые попали в базу данных. Как мы видим, в итоге туда попало 6 записей, ну и последняя из них наша, которая попала туда в результате последнего нашего теста. Это подтверждает наличие единицы в поле код, которое мы вернули из базы данных. На этом лабораторная работа номер 19 завершена. В ходе этой лабораторной работы мы научились не только создавать сложные интеграционные потоки, которые взаимодействуют с другими интеграционными сервисами, библиотеками и так далее, но и находить ошибки и их исправлять.
Это в нашей работе самое главное – уметь анализировать и исправлять собственные ошибки.